Сегодня хочу поговорить о диктатуре. Пожизненные царьки где, в каких странах находятся? Это в таких, как Беларусь, племена Африки, Северная Корея, Россия. Неглупые люди придумали сменяемость власти, потому что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Диктаторы ни перед кем не отчитываются. И вот эти заявления, что только этот человек может управлять страной, окочурится ваш диктатор, околеет, и что страна перестанет существовать, нет, абсолютно неправда. И потому нужно менять не только руководство страны, но и систему власти.